Сегодня мы находимся на Центральной площади, и я принимаю участие в акции «Стань дорожником на один день». Поехали чинить дороги! На улицах Трехгорная и Чистяковой в микрорайоне Новая Трехгорка кипит работа. Здесь добровольцы укладывают асфальт, наносят разметку, моют автобусные павильоны. В первой такой областной акции принять участие решил и Ренат, чтобы помочь в благоустройстве своего района. Решил сюда прийти, почувствовать и помочь своему двору, ведь в этом районе я живу, и это частая проблема дороги. И сегодня я увидел, как укладывают асфальт. Сейчас мы наносим холодный пластик на пешеходную дорожку и обязательно это делаем механическим путем. В рамках акции добровольцы отремонтировали 7 ям, нанесли разметку на 5 пешеходных переходах и отмыли 10 дорожных знаков. На каждом участке жителям проводили инструктаж и рассказывали, как правильно выполнять разные виды работ. По нормативу, если мы смотрим, восстановление дорожной разметки на проезжей части именно на пешеходных переходах должно выполняться не более чем за 3 суток. Это допустимый срок именно ГОСТом. Акция «Стань дорожником на один день» прошла в Одинцове впервые. По словам организаторов, главной целью мероприятия стало ознакомление жителей округа с работой дорожных служб. Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».